В Великобритании проходит двухдневная забастовка молодых врачей. Работа остановлена ими в знак протеста против новых условий трудового контракта, принятых Министерством здравоохранения в феврале. Согласно им, врачи, чей стаж не превышает 10 лет, не будут получать повышенную зарплату за работу во сверхурочное время. Это очень нервная и напряженная работа, а наше правительство и конкретно министр здравоохранения говорят нам: «Я не буду вас слушать, даже если вы говорите, что новый контракт вас не устраивает, я все равно его вам навяжу». За все время, что я работаю врачом, я никогда не слышал, чтобы столько людей говорили о желании совершенно уйти из профессии, или, по крайней мере, уехать из страны и работать где-то в другом месте. Министр здравоохранения Джереми Хант заявил в феврале, что, несмотря на то, что ему не удалось договориться с профсоюзом медиков, новые условия найма начнут действовать с августа. Вследствие забастовки были отменены 5000 намеченных операций.